Светлана. Светлан, что за вид? Млекопитающий. А что у вас рукой? Салют держала. Снега же нет, вставлять некуда. А что, в землю не воткнули? Хорошая мысля приходит опосля. О! Кислятина! А зачем пьете? Утренняя разминка для лица. А вы что, получается, Новый год в офисе праздновали? А что, не видно? Но об этом никто не должен знать, поняла? А зачем тогда вы все фотографии в Одноклассники выкладываете? Ой, новенькая! Вопросов больше, чем у Дудя. А в закрытый альбом или открытый? Открытый. А почему вы здесь решили отмечать? Это не я решила. Это отсутствие семьи, друзей и принципов за меня решили. А с кем вы отмечали? Ну, с Дедом Морозом. И оленями какими-то. Не давать Сергею. Это кто написал? Ну, Сергей написал. Вот, кстати, новость. Меня в новом году повысили. Правда, зла не загадали? Нет, исполнила. Да, Костя, что чешется-то? Это в меня хлопушкой выстрелили. А я думала, рожать придется. Можно и выпить за это. Тост! Запомни, что у трезвого на уме, то у пьяного на полу. Кстати, вытереть надо, неси тряпочку. Ты опять поносил куртку 29 дней, на 30-й решил ее обратно сдать? Нет, я смотрю, куда уходят все наши деньги. Ал, ты слишком много тратишь. Ни хрена себе предъявил, может, это ты мало зарабатываешь? Че? Короче, транжира, с сегодняшнего дня каждый свои покупки оплачивает своими деньгами. И посмотрим, кто сколько тратит. Ты без проблем. Так, это коту? Чуть ты мою икру-то взял. Чуть ты на икры-то взял? Носки себе взял. Из верблюжьей 6. Теплые. 50 рублей. А я себе сапожки в Луи Витон. Но я не буду говорить, сколько они стоят. Дим, тут за коммуналку пришел. Говори. 9800. С тебя 4900. Блин, это 2000. Ладно, трешку докину. А, подожди. У меня в куртке еще 200 есть рублей. Сейчас, да. Ал, что-то я погорячился, только времени прошло, деньги все равно заканчиваются. Давай опять будет общий бюджет. Нет. Что значит нет? Вообще-то я тебя раскусил. Ты выключил у меня в телефоне уведомления и пользовалась моей картой. Да. Ну это же гениально, Ватсон. Хуяцом. Это что теперь получается? Это получается, что я на тебя в суд подам за мошенничество. Ладно, давай общий бюджет. Всем доброе утро. Вот мы с коллегой вышли убирать парк, и хотите прикол? Равиль уехал поступать на юриста и поступил как ишак, потратил все деньги на проституток. Да, снимаю. Белая ночь опустилась, как облако. Че, снял? Да. Себя же снимал. Эй, расскажи там, на что ты копишь там, расскажи. AirPods и беспроводные наушники. Как он без проводов-то работать будет? Эй, ищи. Смотри, что там делает. Че он делает? Я там спрятал. Эй, блядь. Укроп, что ли, блядь? Молодые люди, это Вася? Здравствуйте, лейтенант. Беги, блядь! Беги, ну! Ой, сынок, привет! Ну что, как прошло день рождения? Да все нормально. Ой, ты мой хороший. Мам, ты что, меня нюхаешь? Ты что, я просто так дышу. Да я тебе 100 раз уже говорил, что я не курю и не пью. Что, я думаю, сомневаюсь в тебе? Мы с тобой как друзья, я тебе полностью доверяю. Давай 5! Мам, да прекрати ты, а! Дорогой, представляешь, наш сын курит. Я сам не могу. Достал уже, а! Так, подожди, оно не мой. Сейчас папа придет, твои руки тоже понюхает. Мам, да ты что, сумасшедшая, что ли, а? Ты что, опять плачешь, а? Да, я же сумасшедшая. Ладно, все, скажи мне, пожалуйста, правду. Ты пил? Ну, выпил немного, ладно. Блин, как же меня это все достало уже. Все, я спать! Что за шорохи? Мам, да ты что, опять в моих вещах шаришься, что ли? Да нет, я просто вещи на стирку собираю. Да что ты врешь, ты в карманы лазила?